Притча о блудном сыне, который нас церковь готовит к вхождению в Великий пост, ставит очень важную тему – тему дома, отцовства и сыновства. Как не осиротеть в этом мире, не стать одиноким и приобрести смысл своего существования? Поговорим об этом в нашей передаче «Просто о вере» на телеканале «Самара ГИС» в понедельник в половину восьмого вечера.